Наши поэтические чтения продолжит Катерина Билибина, город Бердск. Добрый вечер всем. Мы прочтем два стихотворения, да, как понятно? Начнет сын мой. Он очень хотел выступить. Держи микрофон. Я прочитаю более серьезное. Уже хочется пожелать всем любви и взаимопонимания, чтобы миры, в которых каждый из нас живет, да, понятно, что у каждого есть свой мирок, чтобы эти наши миры совпадали. Да? Вот, стихотворение будет такое, называется «Музыка в моей голове». «Музыка в моей голове» — рок-н-ролла плюс. Это соло бетонных стен, перестук колес. После наших битв я немного чего боюсь, а без жара твоих ладоней совсем замерз. Расскажи мне сказку про мальчика Кая наоборот. Ту, где снежная королева была тепла, где он ей шептал про вечность, огонь и лед. Ту, где Герда никогда, никогда его не нашла. А осталось жить со своей разбойницей, пестуя медвежа, собирая травы из силков, выпуская птиц. Расскажи мне про мерзких принцесс и прекрасных жаб, и о том, как волшебное зеркало не отражает лиц. Расскажи мне про низкое небо, высокий холм, где Иуда один за всех их зашел на крест. Для того, кто увидел солнечный окоем, в этом мире уже не осталось желанных мест. Расскажи мне добрую сказку, и, может быть, я усну. Перестану плодить в пустоте этот хаос букв. Мне приснится Ноев ковчег, который идет ко дну, и земля, на которой каждый сам себе демиург, каждый сам себе мир. У меня рок-н-ролл и блюз, беззаботная Герда, не знающая про вечность. После наших битв я, знаешь, чего боюсь? В этом мире своем твоего никогда не встретить. Спасибо.